первый день лета мы по традиции отмечаем эти праздники. Детство – самая счастливая пора. И от родителей зависит, кем вырастут их дети. Всем привет! На связи Центр культуры и спорта «Заневский», и сегодня здесь проходит большой праздник, приуроченный к Всероссийскому дню футбола и Дню защиты детей. В его рамках проходит футбольный турнир и развлекательный концерт. Объединение культурного и спортивного мероприятия создает невероятную атмосферу как для детей, так и для взрослых. Айда смотреть! Я играю за Неву, я за нее очень сильно болею. Меня зовут Большаков Елисей, я играю за Заневку. Меня зовут Кирилл, я играю за команду Невские Тигры. А как тебе вот праздник, который перед матчем вам показали? Понравилось? Да. Интересно было? Да. Праздник хороший. Я вообще люблю такие мегаприятия. Мне очень нравится, потому что здесь выдают кубки, интересные, хорошие команды. Как тебе праздник сегодня, как турнир футбольный? Хорошо. А поподробнее, что тебе понравилось уже? Хорошо выступали все артисты. Выступление хорошее, видно, что дети готовы были. Частушками, ой, душенька поет, кукушками, ой, днями напролет, песня наша спать не дает, под нее, ой, значит, весь народ. Частушками, ой, душенька Всероссийский день футбола – это отличное мероприятие для детей. Для такого возраста, как малыши, сегодня участвуют 2015-2016 года рождения. У нас 9 команд, дети в азарте, в полной игре, приветствуют друг друга просто как взрослые футболисты. И мне очень нравится это мероприятие. Почему? Потому что оно организовано совместно с Заневским городским поселением, с Федерацией футбола Ленинградской области и с Российским футбольным союзом. Вот таким получился этот праздник футбола, и все, что хочется про него сказать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.